Ребят, всем привет! Про кроссоверы, внедорожники я вам рассказывал много раз. А вот про микроавтобусы или про коммерческий транспорт, ну в данном случае это микроавтобус для себя, для любимого, для семьи, для путешествий, мы показываем не каждый раз. Мы их очень много. Там шумоизолируем, бывает в какие-то даже музыку ставим, да, в каких-то видео вы видели. Но вот про этот Peugeot Traveler, Peugeot Tralivali мы его называем, хочется заострить внимание. Во-первых, у нас вот есть подсветка. Это будет подсветка подстаканников, это будет подсветка ручек. Все регулируется с приложением. Мы вот так вот на соплях собрали. Это подсветка ног. Ног водителя, пассажира и задних пассажиров. Автомобиль очень интересный. С владельцем мы очень долго обсуждали, что сюда ставить. Здесь у нас получается, там, по-моему, 17 пунктов. Один из пунктов – это датчик давления в шинах. Один из пунктов – это видеорегистратор. Шумоизоляция – это тоже один из пунктов. Подножки, газ-лифты, газовый лифт на капот, броня, порогов. В общем, обо всем я вам расскажу. То есть, смотрите, что мы уже сделали. Повесили пороги, защитили передние и центральные пороги, сделали шумоизоляцию. Вот на шумоизоляции, да, акцентирую внимание. Здесь у нас лежит уже штатный пол. Под полом мы видим мембрану нойз-блок от СТП, и под нойз-блоком мы видим Aerocell. Aerocell Intriga – это 6 мм сэндвича высокоэффективного, жирного и чумового материала, который будет гасить шум. Это же вниз? Да. С владельцем мы обсудили. Делаем подсветку ручек сюда. Вот эти вот горизонтали, да? И вот сюда. Дим, он говорит, как-то вот ставили то ли вот сюда, то ли вот как-то. Чтобы ее не видно было, наверное. Может, вот сюда поставить? И она будет туда светить. Здесь одно. Или сюда. Ну, это мы все решим, обсудим и согласуем. В переднюю часть нам нужно на бампер поставить парктроники. Я вот так понимаю, вот здесь вот будет датчик стоять. И вот здесь. Система парковки TIS. Выглядит она вот так. Front Parking Sensor. То есть по Wi-Fi это все подключается к главному устройству TIS, который тоже встанет взамен штатной магнитолы. PU-геод. Газовый упор. Удобно все равно, да? Владелец это все привез сам, он все сам заказывал. Здесь вот мы видим инструкцию по установке порогов. Дверные карты и пластиковые боковины выглядят вот так. А еще вот так выглядит уже проклеенная боковина. Антон вот ее аккуратненько так вот проклеил. Здесь специально не трогаем, чтобы это все встало или не отщелкнулось. Здесь мы клеим бетапласт, это антискрипный материал. Аналогично. Так, у нас оборудование. В лаборатории Антон Павловича есть следующее оборудование. Процессорный усилитель. Light Audio LA ADSP 6.8. Моноблок Апокалипсис Атом серии Pro. Это владелец заказал у нас по скидочным там акционным моментам в зеленую пятницу. В интернет-магазине это оборудование ждало его очень уже, наверное, месяц. Главное устройство TIS CC3 464 9 дюймов будет установлено взамен штатной магнитолы. В передних дверях, где стекло опущено, пусто там, там ничего нету. Передняя часть автомобиля также клеится Aerocell и нойз-блок. И сзади, ребят. Сзади у нас получается жир-жирный. Aerocell и Брома. Здесь мы видим скотч маскирующий. Здесь Sonora. И при простукивании у нас получается очень глухо, очень так эффективно, жирненько и вкусно. Поближе вот вам покажу. В дверь. Заднюю, пятую, как она называется. Также все проклеено, здесь ничего не гремит. Здесь у нас уже красуется разъем для камеры, для видеорегистратора. И камера для TIS тоже установлена. Вот такой вот нехилый объем работы. Я вам сейчас покажу, что нужно сделать и что уже сделано.
душевые полные, без торпеды. Это один из пунктов, да? Все в коробке. Система парковки, фронт, камера заднего вида. Много пунктов. Я дверь сзади собираю. Ты что делаешь? Лайт-аут делал с задней двери? Да. Я писал куда-нибудь. Интегрируешь, да? А ты, Дим, что интегрируешь? В общем, ребят, на первый взгляд, просто у нас третий день автомобиль стоит в работе, и у нас еще остается полтора дня, то есть у нас сопли жевать некогда. А и самое интересное, у нас вот здесь вот сейчас выведен проводочек, это обычные обрезки от коншины, здесь подсветка, иллюминация будет. Так, и охранную систему тоже, возможно, придется поставить сюда. Доустановлен догреватель дизельного двигателя. И здесь, ну, через приложение включается подогреватель, догреватель. И автозапуск еще хотелось бы. Автозапуск мы ставим вот на эту машину. Автозапуск мы ставим вот на эту машину. Ну, я сейчас сделаю вставочку вот с этой машиной, на которую мы поставили охранное оборудование. И уже, в принципе, все остается только настроить. Представляю вашему вниманию Santa Fe 2020 года, автомобиль из Кореи. И этот автомобиль нужно защитить от злоумышленников, его нужно защитить от угона. Сердце системы и главенствующая такая система Starline S96 с GPS у нас будет во главе охранного комплекса, который мы собрали и почти уже установили на эту машину. Во-первых, пока я рядом, мы защитили разъемы, которые выходят из дверей в салон. Очень уязвимое место Hyundai в Kia. Да, здесь просто скобы, металлические скобы с винтом, которые не позволяют злоумышленнику вот так вот отверткой отщелкнуть разъем. Это нужно для того, чтобы сняли, концевик двери не работает, охрана не будет включена. А когда уже злоумышленник в салоне, делайте, что хочу. Другие моменты. Подкапотные пространства. В подкапотку мы залезли. Здесь мы видим чистую проводку. Почему мы ее видим чистой? Старая, она вот здесь. Старая грязная проводка была разжгутирована. И новой изолентой, она прям точь-точь напоминает заводскую, вплетена туда реле блокировки Starline R7. Беспроводной модуль блокировки, который у нас блокирует датчики. Я вам не буду говорить, какие, как и что. Там у нас скрыт подкапотный блок, который управляет дополнительным замком капота. В данном случае это микролок. Он установлен у нас вот здесь, в разрыв штатного троса. Я вам не буду говорить, что мы еще сделаем под капотом, но сплитовская система с дополнительным питанием. То есть в случае севшей аккумуляторной батареи мы сюда добавляем обычную батарейку крону. И с помощью нее можно будет открыть капот. Сюда мы еще поставим, вероятнее всего, скобки, чтобы злоумышленник не мог спицей добраться сюда, ткнуть и открыть капот. Далее идем. Под защитой переднего левого колеса у нас стоит разъем. Этот разъем защищен у нас вот таким сейфом, вот таким металлическим блоком, ну, вернее, просто панцирем на срывных болтах. Ребята в Питере, АвтоЗБУ, занимаются изготовлением таких. То есть, для чего это надо? Если злоумышленник просто отгибает защиту и подключается к нужным проводам, салонный кан находится именно здесь, и с помощью диагностики или любого профессионального оборудования можно прописать новые ключи вот в этот блок. Блок ИБУ. И с прописанными ключами, как вы знаете, просто сели и поехали. Как с обычной меткой. Дополнительно будет заблокирован штатный радиоканал. То есть в режиме охраны Starline штатный брелок метка будет неактивен. Это позволяет, ну так скажем, удочкой не получится злоумышленника перехватить вот этот код, который посылает ключ-метка на центральный блок
охранная система или блок комфорта, блок ВСМ, можно его назвать по-разному. Ребят, вот вроде как бы все, да? У нас охранный комплекс состоит из нескольких рубежей, но я считаю, что это очень эффективный и надежный будет, так скажем, сторож в автомобиле. Во-первых, подкапотный блок, замок капота, который очень добавит хлопот злоумышленнику, да? И дополнительно мы еще поставим сетку в бампер, для того, чтобы камушки не летели на радиатор. Все. Дим, концевик вот этот поставим. Поставим вот этот. Встанет он. И для того, чтобы... В общем, мы поставим внештатный концевик из соображений. Это наши авторские, так скажем, моменты. Мы о них распространяться не будем. То есть вот здесь штатный концевик отхерачить и обезвредить, чтобы он не работал проще простого. На них есть защиты тоже, сейфы, так скажем, но не будем мы это делать. Поставим как в гранте, как в колене вот сюда концевик, который будет включать режим треги при открытии капота. Такие вот моменты. Мы их очень редко показываем, можно сказать, вообще не показываем, но защитой от угона мы занимаемся тоже. Ребят, если у вас есть сомнения по угоняемости вашего автомобиля, включу еще одну композицию. Давайте по порядку. Взамен штатной магнитолы у нас установлено головное устройство. Так, а что у нас? Чик здесь есть, а здесь почему? Да, видите, как. Остановилось что-то. Так, ребят, давайте по порядку. Я сейчас заведу машину, и все станет понятно. Знаете, что радует? Радует то, что здесь даже шипения нету. Просто нету. По оптике здесь работает, и на 3,0 дБ у нас уровень громкости добавлен. Подсветочка у нас. Здесь подсветочка. И вот здесь в подстаканниках. Блин, кайфово играет здесь. Как же красиво и строго молчат твои губы. Про настройку расскажу в двух словах. Так, твиттеры у нас работают от 1658 порядком. Сынок, попроси он Диму, он... У меня руки заняты. 1658 такой крутой срез у нас на компонентную акустику. И от 52 работают мидбасы. Регулятор сабвуфера у нас установлен вот здесь. Я могу добавить, прибавить. И под рукой он прямо расположен. Здесь расположены клавиши подсветки. Смотрите, меняем. Подсветка ног. Несколько режимов, там моргает это все. У него такая вот белолунная. Подсветка подстаканников также. Смотрите, здесь как. Лампочки здесь поменяли желтые на белые. Можно выключить, погаснет, да? Включаем. Интересная штука. Регистратор на 3 камеры. Раз. Это зад. Это я сейчас снимаю, да, видно. А можно сделать 3 в одном. То есть эта камера тоже снимает. В штатных местах у нас установлены твиттеры из комплекта АМП. Я вам сейчас покажу все по конфигу системы. Дальше у нас в машине что установлено? Так, про подсветку сказал. Здесь подсветка вот этой части. Такой интим она создает. И здесь тоже так же. Вот. 3 элемента двери подсвечено. Здесь. Здесь и здесь, еще раз, да, повторюсь. Затем подсветка ног и подсветка задних вот этих частей. Здесь у нас пока светится индикатор включенного усилителя. Ребят, вот этажерку под процессорный усилитель и моноблок я выкладывал в шортс на основном канале. Можете посмотреть, как сделано. Там Антон красиво ее сделал из нескольких ярусов. Так, камера заднего вида.
Мне кажется, она вот так должна быть. Нет? Здесь вот так прошумлено, все мощно и глухо. Здесь у нас стоит сабвуфер с огромным потенциалом, с огромным запасом по низкочастотному звену. Дверки очень так фактурно закрываются. Прям все в этот... Под капотом у нас, значит, парктроники. Здесь установлены. И здесь. Они по Wi-Fi или по Bluetooth работают. Здесь у нас предохранитель стоит. И кабель. И все хорошо, все практично. Газовый упор. Подножки. Брызговики. Все как планировали и обговаривали с владельцем. Ну и здесь подсветочка у нас, да? Все это работает, все это регулируется. Далее идем. Я думаю, мы послушали, да, уже эту систему? Вы поняли потенциал? Играет она кайфово, играет она воздушно, душевно. Прям вообще, вы знаете, вот как вот на ухо ложится. Конфиг системы у нас следующий. Фронтальные парковочные радары, понятно? А, ребят, мы еще поставили сюда вот такие вот датчики давления в шинах. Идем, значит, по порядку. АМП СЮА у нас установлено в передние двери. Light Audio 17.2 LAS установлено в сдвижные двери. Вот здесь и вот здесь. Дима сейчас закидывает доработанную вот эту пластмасску, и все будет закрыто. Так, это наш шнурок для настройки процессора. Идем далее. А процессорный усилитель Light Audio. Это все, в принципе, связано поканально и поканально работает. Это короб в лодку. Ну и, ребят, все, что мы сюда ставили, я вам уже показывал. Получается все. Что хочется сказать по итогу. Вот я когда сейчас садился поднастраивать систему, знаете, такой прям, знаете, вот уют какой-то добавился в машине. Во-первых, дверки очень тяжелые. Я очень уверен, что шумоизоляция будет радовать владельца. Она здесь сделана прям по жиру. Вот лучше, вот на сегодняшний день, я не знаю, как сделать. Арки колес владелец сделал предварительно. Они уже сделаны. Но если скинуть торпеду и проклеить торпеду, будет еще тише. То есть снизится вибрация из подкапотки. То есть от двигателя будет меньше вибраций. Но я уверен, что сейчас уже будет машина кратно-кратно на другом уровне, по уровню шума. Здесь будет гораздо комфортнее ездить. Все прям проклеено. Я не все этапы снимал. Я не снимал, как установлены мидбасы в дверях, там через колечки. Но если вы будете смотреть фотоотчет про шумоизоляцию в нашей группе ВК, называется «Автостиль Арзамас» в нашем сообществе, увидите там болтовое крепление, увидите, как это крепится. И твиттеры установлены вот здесь вот штатно. Они у нас работают поканально. Владельцу хочется сказать огромное спасибо за ожидание, за доверие. Мы сейчас вот, да, тут подчищаем чуть. Здесь, кстати, грязно было, Дим, я щелкал. Ну, давай все подчистим и это. И подсветка. Вот это все-таки добавляет уюта и комфорта. Сейчас я вам еще раз включу. Прошу прощения, чихну. Вот так вот это все подсвечивается. Там тоже белые лампочки поставили. Ребят, ну и в дверях, да, давайте еще раз. Мы это все подключили от зажигания. Когда включается режим энергосбережения, подсветка выключается, и вот оно все тогда. Здесь подстаканник. Так, низкий заряд. Тут низкий заряд сейчас тут включит, потому что все это работает от зажигания. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Жму руку. До скорых встреч. Двигайтесь с музыкой. Всем пока.